Вы смотрите канал «Улица Москвы». Мы находимся в парке Коломенской. Это небольшой водоемчик. Называется Дьяковский пруд. Посмотрите. Кувшиночки. Цветут. Нравятся чем-то мне эти цветочки. Вообще такой благоустроенный прудик. В окрестностях его также яблоневый сад. Еще один. И также неподалеку проходят первая и вторая улицы Дьякова городища. Названные так по древнему поселению, находившемуся в здешних окрестностях. Прудик, конечно, такой грязный, заросший, но благоустроенный с прилегающей территорией, так скажем. Оборудованы в парке также, как вы видите, велосипедные дорожки. Дядька умудряется рыбу ловить, что ли? Оптимист. Тоже вот частичка давно минувших дней здесь, в Коломенском. Улица Дьякова городища. Да, такая Москва, скрытая, может быть, от посторонних. Ведь до суда даже, наверное, не каждый турист доходит до этой части. Парк Коломенская. А здесь вот располагаются такие еще построечки. Да, вот у нас первая улица Дьякова городища, село Дьяково. Туда у нас в направлении Предтеченской церкви. В обратную сторону к Каширскому шоссе. И вообще протяженность первой улицы Дьякова городища составляет аж 2 километра. Ну что, неужели тут еще тоже село действует? Этого, как говорится, исключать нельзя. Точно не знаю, какой статус сейчас у села Дьяково. Возможно, нечто вроде музейной такой деревни. Глубокий овраг.
прям, ну, большой сделан. Ну, как красиво. Пуза, ноги, челюсть.